Здравствуйте, с вами снова, уважаемые подписчики, с вами снова Fight 546. Конечно, опять извиняюсь в очередной раз, то, что не было видео, материалов и обзоров, потому что я уехал в отпуск на 2 недели, который, кстати, скоро закончится. И хочу вашему вниманию представить обзор на фигурку героя по известному мультфильму Adventure Children, снятому по культовой игре Final Fantasy, в которую я, к сожалению, не играл. Персонаж Рено. Кто посмотрите фильм «Дети пришествия» и поймете, о чем я болтаю здесь. Как бы я снимаю в Испании, в Барселоне. Да, знаю, что обзорная станция поменялась. Освещение, конечно, тут не ахти, но хоть что-то. Как бы... Давайте посмотрим на коробку. То есть мы видим надпись Final Fantasy Advent Children Player's Guide Action Figure. Это такой фон сзади коробки. Коробка немного пострадала. Здесь мы видим Рино самого. Надписи на японском, на испанском, что это продукт Square Enix. Здесь мы видим рекламки, как забирать фигурку. Да, коробка у нас вполне стандартная, надпись Square Enix продукт. Это никакой не Китай вам. Здесь мы видим стандартную брошюрку для сборки фигурки. Это все прочее, бла-бла-бла. Давайте посмотрим на нашего красавца отдельно. Вон его руки. Подставку я доставать не буду. Как бы не хотелось. Вот такой вот у нас красавец Рено стоит. Качество проработки у него довольно детально. Хвостик видим, красные волосы. То есть ноги, руки гнутся. Да. Проработка каждого шарнира, рубашки, суставов. Материал пиджака резина. То есть, как бы... Из аксессуаров у него идет вот такая вот металлическая дубинка. Есть новости, то что Square Enix выпустила по Advent Children фигурку Руфуса Шинры. Ее можно заказать в магазинах некоторых. Это номер 6. Номер 7 это Кадач. Сайт Square Enix Shop. Вот. Мы видим. И что могу еще сказать? На лице мы видим у него шрамы. Черные очки. Бухи, сережки. Фигурка довольно интересная, что могу сказать. Аксессуаров довольно много. Вот такой вот блистере он поставлялся. И эту фигурку у меня когда-то давным-давно скрали. Как ни печально. Да, я знаю, что могли скрасть друзья. И, как всегда, ждите новых материалов у меня на канале. Я извиняюсь, что опять обзор задержал, потому что отпуск. Долго искал материалы. На моем канале еще будет обзор Балтера из 12-й. Final Fantasy 12. Еще будет обзор Catwoman из
Batman Arkham City. Как всегда, с вами был Fight 546. Подписывайтесь на мои каналы, ставьте лайки, принимаю заказы. Будут еще обзоры по коллекционным изданиям Rogue Assassin's Creed, Edition Гильотина и прочие прелести. Ставьте лайки, подписывайтесь на каналы. Всего доброго. С вами был Fight 546. До свидания.